Основная часть одесситов пришла на Куликово поле с цветами и черными воздушными шарами. Горожан вновь пропускали через рамки металлодетекторов. Полицейские проверяли сумки, лицо каждого человека фиксировали видеокамеры. На Куликовом поле дежурили кинологи, взрывотехники, спасатели, врачи. Также на территории работали полицейские превентивной коммуникации. Их задача – решение конфликтных ситуаций посредством диалога. В отличие от прошлого года, сообщение о минировании Куликова поля не поступало. Лишь один раз специалисты проверили подозрительную сумку, однако ничего опасного не обнаружили. На Куликовом поле в память погибших в пожаре Дома профсоюзов отслужили молебен.